В Екатеринбурге составляют карту предвыборных нарушений. На ней указаны места нападений на кандидатов в депутаты Гордумы и их сторонников. По словам авторов проекта, это делается для того, чтобы у жителей была полная картина избирательной кампании. На карте уже отмечены 18 эпизодов. От мелкого хулиганства, телефонных звонков до нападений на агитаторов и руководителей штабов. Один из самых распространенных инструментов тех, кто пытается запугать кандидатов – угрозы расправой. Их получали даже те, кто не связан с политикой. Также в незаконном арсенале часто встречается умышленная порча имущества. Кто стоит за этими преступлениями, сейчас выясняет полиция. По мнению экспертов, нечестные методы используют некоторые кандидаты, чтобы пробиться в представительный орган.